аффирмации для пятой чакры Вишудха. Вишудха соответствует эфиру и располагается у основания горла. Йоги утверждают, что тот, кто овладел ею, добьется высшего успеха в жизни и приобретет знания прошлого, настоящего и будущего. Эта область связывается с эмоциями самовыражения и эмоциями, сопровождающими процессы воспитания, обучения, питания, доверия, принятия и получения. Блоки в этой области могут проявлять себя в виде кашля, вынужденного молчания, заикания или напряжения связок, когда человек говорит неестественно, напряженным или высоким голосом. Если у человека есть страх выражать вслух то, что он думает, эта область у него обычно мясистая. Этот центр также отвечает за творчество и проявление воли. Так как у нас у всех есть ограничивающие убеждения, я хочу, чтобы у вас появились новые мысли. Итак, каждый человек – индивидуальность, и я в том числе. Во мне все так же, как и в других людях. Я нормальный человек, мое мнение также ценно, как и мнение любого другого человека. Люди охотно выслушивают меня. Мне достаточно внимания людей близких. Я расслабляюсь и впускаю доверие к окружающим меня людям в свою жизнь. Я говорю тогда, когда надо. Столько, сколько надо. И моя речь течет легко, плавно и свободно. Каждое мгновение моей жизни – это творчество. Я человек. Природа наделила меня волей, поэтому я имею полное право от рождения открыто проявлять свою волю так, как считаю нужным. Я принимаю все свои желания, я изучаю их, каковыми бы они ни были, я привожу в соответствие друг с другом. Я смиряюсь перед законами Вселенной. Моя общая воля находится в гармонии с законами этой вселенной. Все, что со мной происходит, позволяет мне лучше осознать мои связи с этим миром. Я расслабляюсь, я открываюсь и принимаю все, что со мной происходит, как самое лучшее, что может происходить на данный момент. Все, что ко мне приходит, это самое лучшее, что я мог создать своими мыслями на данный момент. Я открываюсь. Я легко и с удовольствием усваиваю все, что ко мне приходит. То, что ко мне приходит, это самое важное мне на данный момент. По законам Вселенной ответственность все время лежит на мне. Я расслабляюсь и начинаю действовать. Мои действия всегда правильные и самые эффективные на данный момент. Мои мысли создают тот мир, в котором я потом и живу. Теперь я выбираю только те мысли, которые создают для меня благополучную и изобильную вселенную, полную любви и милосердия ко мне. Я вижу все свои мысли, полные страха, враждебности и подозрительности по отношению к людям и внешнему миру. Я вижу их и позволяю им быть столько, сколько надо. Я вижу, как мои мысли создают тот мир, в котором я потом живу. Я выбираю не ожидать плохого, а жить тем хорошим, что у меня есть в жизни. Я отпускаю страхи и негативные ожидания. Люди и мир полны любви и расположения ко мне. Я расслабляюсь. Каждая работа, каждая профессия имеет интересные для меня стороны. Я открываю их. Я вкладываю в свою работу творчество. Я в любой момент могу поменять работу и профессию на более интересную, без потерь для себя. Я человек, который создан для того, чтобы жить и радоваться.
Мои так называемые неудачи позволили мне накопить положительный опыт, поэтому я могу рассматривать свою жизнь как сплошной успех. Моя жизнь – сплошной успех. Чтобы оставаться слабой и безвольной личностью, требуется большая воля. Следовательно, воля и энергия у меня есть. Я выбираю действовать и направляю энергию и волю на то, чтобы делать в жизни то, что всегда мне хотелось. Действовать никогда не поздно, мне всегда сопутствует успех. Каждый человек, каждая ситуация, с которыми я сталкиваюсь на своем пути, помогает мне реализовать себя. Мои таланты – это мое предназначение в жизни. Я позволяю себе творческой энергии проявляться вовне. Я открываюсь людям и жизни. Люди каждое мгновение дарят свою любовь мне. Я принимаю эту любовь в свою жизнь. Самое прекрасное на свете – это то, что каждый человек индивидуален, и нет среди нас никого, кто выше или ниже, лучше или хуже, талантливее или бездарнее. Каждый человек находится на своем месте. Так устроена природа. Я как можно лучше делаю то, что могу делать, доверяя людям и сотрудничая с ними. Каждый человек, который якобы отвергает меня, предоставляет мне возможность найти тех, кто больше всего подходит мне для дружбы и любви. Общаясь, люди подпитывают друг друга. Я открываюсь контактам, я легко и с удовольствием делаю первый шаг навстречу людям и тому человеку, который понравился лично мне. Сейчас заиграет мантра приятной работы над собой. Thank you.
Хам, 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 хам. Хам, 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 хам. А с вами была Юлия Жукова.